1932 году на Ленинградском заводе выпустили первую серийную партию телевизоров B2. Их экраны были размером со спичечный коробок и помещались в большой деревянный корпус. Дальнейшему их производству помешала Вторая мировая война. После войны в Советском Союзе стали изготавливать телевизор КВН-49, который стал лидером продаж. Его особенностью была большая линза, которая увеличивала изображение. В 1967 году в Советском Союзе с гордостью объявили, что теперь гражданам доступно цветное телевидение. И в это же время был выпущен первый цветной телевизор в СССР Рубин 401. Это я удачно зашел.